Все ветеринарные клиники города Кривого Рога, в том числе государственная клиника, отказалась работать с бюджетом города Кривого Рога, то есть с управлением благоустройства и жилищной политики, в связи с внесением данных в ЕРДР по криминальным статьям, якобы использование запрещенных наркотических средств. Сан-сервис в своей деятельности, фельдшера, ветеринары не используют запрещенных или недозволенных для этого предприятия медицинских средств. Никаких. Больше того, наркотическими средствами здесь не работают. При покупке все препараты покупаются через бюджетные средства, через спецсчет казначейства. Да, существует на данный момент подтвержденный случай бешенства. Да, объект сейчас на карантине. Закрытие на карантин, это было вследствие того, что были привезены 11 животных из Терновского района, посажены на карантинную передержку, и на 11-й день одна из собачек, пала, правильно, да, говорить? Правильно говорить, пала, с признаками бешенства. Было решение на закрытие, согласно правилу карантинного поводжения, на 2 месяца. Всех собачек, которые находились в этом вольере с потенциально зараженной собачкой, никуда нельзя перемещать, не переводить и так далее. Наша задача – поймать собачку, согласно заявлению юрлица, уже и физлица принимаем, привести сюда, передержать, дооперационную передержку, провести операцию, послеоперационную передержку. То есть, когда собачка, у нее затянулись все швы, отвезти ее на то место, где мы ее забрали.